какая дата у нас будет и что она собой несет, знамение свыше, провидение и что она нам всем дает, возможность на желания, мысли, на изменение судьбы, такие числа зазеркалья для перемены не слабы, нули и двойки чередуя, красивый ряд нам показав, Вселенная дает возможность судьбы ответственность приняв, очистить мысли, душу, планы, взаимосвязи укрепить и с пониманием друг другу в гармонии и дальше жить. И что же делать всем нам с этим? Нам нужно осознать себя, кто мы и что мы здесь сегодня, здесь с вами делаем, друзья. Улучшить то, что не достигли, стать тем, кем ты хотел бы стать, чтоб след свой на земле оставить и память предков почитать. Не зря такую дату выбрав, зеркально цифры отразив, нам шанс судьба дает сегодня все изменить, счастливо жить.